Михаил Николаев посетил Якутскую балетную школу имени Посельских. Первый президент ознакомился с деятельностью, достижениями и планами образовательного учреждения. Руководство школы познакомили Михаила Ефимовича с будущим поколением артистов балетного искусства. Напомним, впервые балетная школа в республике была основана указом первого президента Якутии Михаилом Николаевым в 1995 году. В то время для театра, оперы и балета нужны были кадры, а подготовка артистов за пределами республики была приостановлена. Благодаря этому указу личному содействию Михаила Николаева под руководством Натальи Посельской была выстроена система хореографического образования. Учащиеся и выпускники школы – лауреаты многих профессиональных фестивалей, удостоены звания заслуженных артистов республики и России. Не выходя мы из республики, мы получили образование балетное. И надеюсь, что мы оправдали его ожидания. В 2002 году мама привела меня в это училище. И мне сперва сразу понравилось вот это вот здание. Даже я особо не понимал, что такое балетное искусство. Просто мне здесь стало, не знаю, очень понравилось. Я все равно решил и стал учиться здесь.